Всем привет из моей столярной мастерской. Меня зовут Константин Сапрыгин. Сегодня будем делать новый проект. Заказали у меня 10 досок сервировочных. Вот шаблончик такой старый сохранился от прошлого заказа. Начинаем. В результате поверхность хорошего качества, без сколов, легкая шлифовка и все готово. Следующий этап – это сверление отверстия в ручке. Далее надо снять скругление по контуру и в отверстие. Здесь все просто.
Так, ну после снятия фасок я немного на грубую шлифанул еще доски. Немного подшпаклевал всякие косячки. Шпаклевал вот такой шпаклевкой, текуриловской, коловут называется. Все, что я пробовал, самое удобное. Пусть сохнет не супер быстро, но зато становится очень твердой. Вот, теперь осталась шлифовка торцов. Ну и финиш. Шлифовать буду наждачкой сетчатой. Осталось недолго. Торцы удобнее всего. Есть у меня вот такая на поролоновой основе наждачка. Все, что я пробовал, самое удобное ей. Вот эти губки мне не нравятся. Пару движений и готово. Все доски отшлифованы. И теперь остался последний этап обработки. Это брошировка. Вот есть у меня такая машинка макитовская с такой нейлоновой щеткой. Ей будем брошировать поверхность. Плоскости прошли, и теперь еще прохожу торцы потом. Сначала все плоскости, потом все торцы. Заканчиваем изготовление досок покрытием маслом. Кто угадает породу цвета? Партия закончена. Доски покрыты на 2 слоя маслом. Все. 10 штук и одна запасная. На этом все. Всем, кто посмотрел, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока.